В эти дни в Белгородской области работает делегация из Китайской Народной Республики. Цель их визита – укрепление партнерства в сфере АПК. В повестке дня – официальный прием в правительстве региона. Тема – заинтересованность гостей в покупке мясной продукции местных производителей. Наш регион для этого был выбран не случайно. Крупнейшие птицеводческие холдинги региона успешно прошли все необходимые экспертизы и уже поставляют в Китай мясо птицы. В ближайшей перспективе готовы поставлять китайским партнерам и белгородскую свинину. Для этого в регионе есть достаточные производственные мощности. Спрос Китая в сфере свинины огромен, и удовлетворить его может только поставка из других стран. В частности, мы рассматриваем именно Россию. Как раз сейчас мы видим, что уже идет импорт в Китай российского молока, и в то же время устранены препятствия на пути к экспорту из России говядины в Китай. И подобные направления развиваются уверенно. Уже завтра делегация из Китая отправится на ряд мясоперерабатывающих предприятий.